Новый год для каждого особенный. А что для вас Новый год? Спросили мы гостей нашего канала. Каждый Новый год нам дает надежду, что в следующем году будет что-то интересное и счастливое. Таких нет. Если хорошая компания, значит, с любыми блюдами будет отличный Новый год. Счастья нет. Но если он хороший Дед Мороз, то никакого. То нужно просто ему пожать руку и договориться о чем-то. Если плохой, то я бы сделал рычаг колена. Чтобы ваши мечты, которые не сбылись почему-то по какой-то причине в этом году, осуществились в следующем. И надеюсь, вы станете от этого счастливее.